Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре портативная кварцевая лампа UVC-BMQ, которая может провести дезинфекцию не только в ваших комнатах, а и в тех местах, где нет подключения к розетке. Например, в любой тумбочке, одежном шкафу, санузле и даже автомобиле. Теперь подробнее. Портативная бактерицидная лампа ультрафиолетового излучения BMQ. Целью этой лампы является борьба с бактериями и вирусами в труднодоступных местах, в отличие от ламп универсального типа. С такими лампами дезинфекция проводится в конкретной комнате, в случае имеющейся розетки. В то время лампа BMQ может произвести дезинфекцию в абсолютно любом месте, которое вы могли бы себе представить. Скажем, ваш гардероб, где много вещей, в каждой тумбочке, санузле, на балконе, лоджии и даже автомобиле. Такую способность лампе дает встроенный аккумулятор. Устройство имеет разъем microUSB, через который и происходит заряд. Особенность модели в ее пропускной способности. Портативная лампа BMQ имеет пропускную способность 254 нанометра. Именно эта частота является максимально безопасной и в то же время эффективной. Лампа компактная, что позволяет переносить ее с собой и помещать в труднодоступные места. Рассмотрим, как используется лампа. Перед тем, как проводить дезинфекцию, лампу необходимо зарядить. Для этого вам понадобится подключить кабель к лампе и к адаптеру с рекомендованной мощностью 5 вольт 1 ампер. Больше лампе не требуется. При подключении лампы к зарядке загорится специальный индикатор красного цвета, отображающий процесс зарядки. В среднем лампе понадобится 2 часа, чтобы зарядиться полностью. Этого вполне достаточно, чтобы провести до 15 циклов обеззараживания автономно. Дело в том, что лампа оснащена автоматическим таймером отключения, то есть после включения лампа работает ровно 10 минут, а затем происходит автоматическое отключение, сопровождающееся звуковым сигналом. Это сделано, так как 10 минут обычно хватает для дезинфекции конкретного места, а при необходимости лампу можно включить повторно. Согласитесь, это очень удобно, например, для того, чтобы провести дезинфекцию в салоне автомобиля, ведь лампу можно оставить работающей без вашего присутствия, а когда дезинфекция будет проведена, она выключится автоматически. Лампа оснащена одной большой кнопкой для включения или выключения. Чтобы включить лампу, зажмите кнопку на 3-4 секунды и отпустите. Вы услышите звуковое сопровождение из 4 длинных и 8 коротких сигналов. Обратите внимание, находиться в одном помещении с работающей лампой запрещено. Модель UVC-BMQ выпускается в двух цветах – черном и красном. Выглядит лампа достаточно интересно и подойдет под любой интерьер. В комплект входит портативная бактерицидная лампа ультрафиолетового излучения BMQ, зарядный кабель с разъемом microUSB и инструкция на русском языке. Надеемся, данный обзор был для вас полезен. В следующем видео мы рассмотрим другую лампу, расскажем о ее характеристиках и чем она эффективна. Для того, чтобы не пропустить новый обзор, подпишись на наш канал, активируй колокольчик и, конечно же, мы будем весьма благодарны, если поблагодаришь нас, нажав палец вверх. Делайте правильный выбор. Пока!